Ну что ж, сейчас покажу перспективы, немножко вас заряжу и начнем по техникам. Хотелось узнать, как это с мелатональностью. Да, вот сейчас мы как раз будем заниматься именно тем, что, ну, то есть не будем там зависать на каких-то простых моментах. Я так понял, уже многие простые моменты изучили, да? Более-менее. Сейчас мы будем пробовать... За исключением вот у нас два молодых человека, которые, ну, они вообще... Вообще нет. Ага. Не